Вопросу военно-патриотического воспитания в России уделяют особое внимание. Так уж получилось, что яркие примеры любви к нашей родине подавали именно герои военных лет. В Одинцовском районе многие молодежные движения группируются в сельском поселении Никольское, что неудивительно. На его территории расположены легендарный аэродром Кубинка и 121-й авиаремонтный завод. Поэтому крупный учебно-методический сбор по вопросам военно-патриотического воспитания прошел именно здесь. Для решения задач образования, пятидневные сборы, то, что будет работать в рамках интереса района, даже в том числе и Одинцовского района. То есть парк «Патриот» — это парк «Патриот» у него свои здесь, уже непосредственно практическая часть. И работая здесь, мы готовы это дело реализовать. Муниципальные власти с энтузиазмом откликнулись на предложение всероссийских организаций о сотрудничестве. Представители приглашенных на сбор движений имеют богатый опыт проведения массовых мероприятий. Если это избиратель только Одинцовского района, то вообще здорово. Но мы за сотрудничество и возможность такие, тем более, если такие предложения есть. Параллельно с совещанием работала выставка интерактивных симуляторов и тренажеров. В центре внимания – отечественная разработка для будущих и действующих пилотов армейской авиации. Симулятор представляет собой определенный интерес для того, чтобы в тактическом направлении осуществлять подготовку, например, летчиков, наземных специалистов. Это есть такая возможность. Получается, что ты должен в реальном режиме времени тренировать свое тактическое мышление, когда у тебя нет возможности долго думать над своим решением. Ребятам показали технику сборки, разборки автомата Калашникова, рассказали об устройстве десантного парашюта и обучили принципам тактической подготовки. Вот этот обычный, который патрон включается так. Сюда один ряд и сюда другой ряд. По результатам учебно-методического сбора его участники ожидают разработки конкретных предложений по организации совместной работы всех заинтересованных сторон. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».